Великий понедельник отмечают сегодня православные христиане. С этого дня начинается Страстная Седмица, которая посвящена воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа в последние дни Его земной жизни. В понедельник люди начинают готовиться к Пасхе. Обычно в этот день в доме проводят генеральную уборку. Из еды разрешается вода и хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи и мед. По церковным правилам в этот праздник запрещается ссориться, сквернословить, думать о плохом.